Прекрасно. Просто прекрасно. Я думаю, время отправляться. Отправляться в наш главный поход. Я помню все, что мы пережили. Мы прошли через многое. Удивление. Вау! Здорово! Офигеть! Знакомство. Что я сделал? Я не понял. Открытие. Нифига себе! Это алмаз! Это что за дерево? Это тропический лес! Ни хрена себе! Победы! Мы его убили! Мы убили его! Страхи! Пусть меня не трожь! Сволочь! Не трожь! Будем собраться как-нибудь! А, что это за херня? Опа-на! Что за херня? Ё-моё! Оу! Ни хрена себе! Поражение. Да хоть наружу. Опять идите. Убери. Не! Нет! Но все-таки, пройдя через все это, мы достигли многого. И теперь нам осталось выполнить последнюю миссию. Ну что ж, пойдем покажем этому дракону, кто в доме хозяин, а? Я уже полностью укомплектован и готов к бою. Я думаю, то, что нам, в принципе, задерживаться здесь больше нечего, поэтому мы сразу отправимся в путь. И так слишком много времени прошло. Пойдем налегке, пешочком. Воздух развеет наши мысли. Я тут вспоминал, что изменилось с того момента, как я только что сюда пришел. Изменилось многое, действительно многое. И не я пришел, а мы пришли. Потому что действительно, все меняется, а? Но это не меняется, конечно. Меня также пытаются убить. Это нормально. Так и должно быть. Вау, смертельный удар. Даже так. Нам тут награды перед самым походом предоставляют. Это здорово. А вот последнего, ну-ка мы попробуем лука. Вот так вот. Это просто супер удар, на мой взгляд. Шикарно. Ну все, мы готовы отходить. Вау, смотрите, прикольно, стрела в голове торчит. Я самурай нахрен. А, ну и в жопе тоже. Ну и нормально. В общем, я думаю, то, что полностью я укомплектован, как вы видите, и время отправляться. Больше мне ничего не надо. С такой амуницией мы точно его победим. Я все зачаровал абсолютно, кроме шлема. Потому что опыта мне не хватило, а добывать его очень много времени занимает. Поэтому я отправляюсь именно так. Я зачаровал несколько мечей, два лука и основные наши инструменты. Также взял с собой зелья, наши стрелы, блоки на всякий случай, чтобы расставлять пути назад, карту, чтобы найти опять же дорогу назад. И два стака еды. Плюс 50 ок эндермена. Я думаю, такого хватит. В общем, давайте посмотрим напоследок, что... Помните, да, оттуда мы приходили... Смотрели на эти все деревья, любовались пейзажем. Было здорово. Действительно, многое изменилось. Ладно, давайте переходим сразу к делу, без всяких лишних преамбул. В общем, у нас все готово, я думаю, компас указывает нам путь на север, я это до сих пор помню. И на данный момент мы надвигаемся на север. Наша карта готова, все видно, в принципе. Ну что, запускаем. Думаю, наше око сейчас запустим. Да, мы находимся на центре. Угу. Карта действительно большая. Я думаю, огромного труда не составит найти нам путь назад. Ну чё, око, полетело, давайте вперед. Ага, ну, я так понял, то, что нам в ту сторону идти. В прошлый раз мы проверяли с вами. Опа-на! Они лопаются, они даже исчезают. Да, судя по всему, мы останемся, допустим, не с тем количеством, с каким мы запаслись. Поэтому нам надо будет их тратить как-нибудь более или менее, по меньшей мере. Иначе нам просто не хватит на портал. Ну да, просто идем пока по ту сторону. Давайте еще раз посмотрим. Да, правильно. Абсолютно в ту сторону. Интересно, долго ли нам придется идти? Я надеюсь, что нет. Хотя почему нет? Если бы нам пришлось идти очень много, то это бы развеяло наш дух. Вы бы почувствовали действительно вкус приключений и все такое, в общем. Это было здорово, я имею в виду. Оп, не понял.
Подождите, неужели? Вы что, хотите сказать то, что мы уже пришли? То бишь, мы от дома-то не отошли толком. У нас здесь совсем около 100 метров даже нету, по-моему. И все-таки мы уже пришли. Это удивительно на самом деле. Я не думал то, что прям так близко оказывается. Вот видите, как судьба с нами сыграла шутку. Мы здесь, в принципе, не хотели останавливаться в самом начале, а остановились, и нам, в принципе, крепость далеко идти искать не надо. Все готово. Так, давайте еще раз. Посмотрим, примерно где. Здесь, я думаю, копать и надо. Так, куда оно исчезло? Ну-ка, отойдем отсюда и... Да, вот, абсолютно. Поднимается воздух вот на этой отметке. Давайте отойдем куда-нибудь на свободное место, я думаю, начнем копать, так как уже все готово. Мы нашли наш путь. Прям так, я думаю, и начнем копать. Как мы выберемся, это уже вопрос другой. Для начала нам надо будет дойти до данного места. А там уже кубик за кубиком, и все будет нормально. Я думаю, ну что у нас тут? Пока что ничего не виднеется. На каком уровне? 20-й. Ну, я думаю, сейчас уже близко, близко, действительно. Оу! Ух ты! Ай-ай, это что такое? Ух, ни хрена себе, я такого не видел еще. Ёжики? Нет, это сороконожки такие. О, сентопи, ужас. О-о-о, да ну, на такие мерзкие существа. Вообще их не люблю. Так, давайте закроем эту лаву, потому что если нас попытаются сейчас откинуть туда, будет печально. Я с собой воды только толком не взял. Думал, запас тебе полностью. А, здорово. Ну ничего, нам и так нормально, в принципе. Так, вот наш спаунер. Небольшой домик для них. А вот и наш портал. Кстати, уже два ока стоят. Это удивительно. Я не знал совсем. Ну что, давайте для начала сходим, разведаем территорию, которая находится здесь, в крепости. Так, здесь довольно-таки темно, поэтому давайте расставим наши факела. Я не думаю, что мы здесь задержимся слишком долго. Я имею в виду конкретно в крепости будем по ней ходить. Слушайте, долго же я рыл. Много же я прокопал все-таки. Давайте все-таки быстро пробежимся, посмотрим, какие нам вещи предоставила данная крепость. Я думаю, то, что много полезного мы здесь найдем. По крайней мере, надеюсь. Не зря же эта крепость здесь находится. Так, ну-ка. А, так что, прям из пещеры можно было в крепость попасть? Я не знал. Это удивительно было бы, если бы я из пещеры попал в крепость. Кстати, я... По-моему, вот где-то с этой пещерой рядом копал. И, в принципе, мог бы наткнуться на нее спокойно. Это было бы что-то, действительно. Не знаю ничего об этом, мог бы на нее наткнуться. Так, ну что у нас здесь? Не, ну так неинтересно. У меня это все есть уже, и нам такого не надо. Давай... Ага, привет. Подавайте нам что-нибудь такого серьезного. Мы же все-таки в пещеру пришли. Так, а там уже дальше коридор. Вон еще пещера идет. Разветвление. Ну что, понятно теперь? Эта крепость просто расположена глубоко в пещере. Ну, я имею в виду, по крайней мере, глубоко под землей. В обычной пещере так и есть то, что она расположена. Так, там кто-то летал. Судя по всему, летучая мышь. Ладно, думаю, нам, в принципе, здесь больше нечего делать. Все основное, то, что нам надо было, мы узнали. Здесь практически ничего не находится. Можно было попасть сюда из пещеры. Давайте расставляем наши... Ока. И... Вау! Ух ты! Просто здорово! Ну что ж, мы в пещере... Воу, дракон Эд... Что за херня? Подождите, подождите. Чё, так сразу, что ли? А это что такое? Похоже на белый шум. Знаете такое? Очень серьезно, блин. Я как-то даже не знаю, что нам тут делать сейчас. А, судя по всему, нам надо всплывать на поверхность, так как под нами обсидиан. Воу! Нифига, это и был дракон? О, боже мой! Копаем, копаем! Лопата не получится киркой, судя по всему. Ни хрена себе он меня чуть не выплюнул отсюда. Нахрен. Нам здесь надо будет аккуратнее быть. Иначе вы посмотрите на его здоровье. Это просто гигантская палочка. Это похуже даже, чем босс-вертолет. Ладно, по крайней мере, я уверен, что все пройдет нормально. Все будет хорошо. О, вот и виднеется выход уже. Хрена себе, вот эта местность. Что-то странное. Что-то между адом и какой-то непонятной вселенной, мне кажется. Смотрите, летает мразь. Лечится от этих обелисков.
Судя по всему, нам надо впервые уничтожить их. Эндермены, не смотрите мне в глаза. Будет хреново. Давайте начнем. А, что такое? Да что тебе не уймется, а? Мразь ты такая. О-о-о-о, ни хрена себе толкнул. Еще бы чуть-чуть, я бы свалился точно. Надо держаться от краев подальше. Иначе нам не сдобровать. Не, так, давайте аккуратнее. Давайте начнем уничтожать эти штуки уже. Первое готово. Давайте дальше. Давай, подлетай, у тебя и так здоровье не к черту. Слушай, ты какой-то дохленький. Я думал, меня здесь будет ждать серьезная проблема. А в тебя попасть легче, чем в мешок с картошкой. Ну давай, что ты теперь будешь делать? Ничего. Все, ты отправишься в ад или куда там вы отправляетесь. Я в аду был, там знаешь, там не сладко. Поэтому готовься. Куда ты улетаешь? Ну возвращайтесь, слушайте. И вот, на самом деле, не так уж и... На! В морду тебе! Жри стрелы с огнем! Как тебе так? Давай, и совсем чуть-чуть осталось. Сейчас ты ласты свои откинешь, ну. Подлетай. Ой-ой-ой, как чуть... Ой-ой-ой, прям вот... Что-то тебе не совсем везет тебе как-то. Ну, на! Оу! Все, победили! Мы победили тебя, мразь! Здорово! У-ху! Эпик! Офигеть, мы победили дракона! Мы завершили нашу миссию. Смотрите, сколько опыта валяется. А, тут опыт даже по одному очку прибавляется. Здорово! Чё сказать, эндермены меня так и не тронули, придурки. Слушайте, да орут на меня только, они трогают. Странные люди. Так, теперь нам надо будет собрать данное яйцо. Давайте его как-нибудь украсим. Теперь декоративное яйцо. Яйцо Фаберже. Надо подняться будет как-нибудь. Готово, все, теперь мы знаем то, что мы туда не провалимся. Теперь надо яйцо... О! Ни хрена себе, куда оно отлетело? Говорил же, не надо было так меч прокачивать. А кто знал? Никто не знал. Долбанул так, что яйцо отлетело. Всякие яйца. Ты куда побежал, а? Ты что, яйцо нашел? Ты что, хочешь его себе забрать? Хрен тебе, а не яйцо. Отдай. Как мне спуститься теперь, а? Я падать. Да. А, к черту, давайте упадем. Где этот гребаный эндермен? Сейчас он. На! Сдохни! По-моему, на него упало и. Вот оно яйцо. Здорово! Все, пошли нахрен отсюда, придурки. Рано вы что-то проснулись. Вашего папаши уже нету. А вы пытаетесь противодействовать мне. Не то-то было. Дайте как-нибудь огородим, что ли, чтобы не трогать. Да пошел ты нахрен отсюда. Все сородичи, главное, стоят и смотрят. Так, теперь надо подумать, как же забрать это яйцо. Механизм готов. Нажимаем на рычаг. Яйцо вываливается! Офигеть! Здорово! Все! Шикарно! У меня яйцо дракона! Смотрите! Вообще жесть! Вот это здорово! Это просто здорово! Все, мы выполнили все то, что нам надо было сделать. А вы, неудачники, получайте! Ну да, как всегда, смотался куда. Они всегда убегают, это нормально. Здорово! Валим отсюда, поскорей домой! Поставим его в теплое место, в надежное место. Мы победили дракона, а теперь нам пытаются противодействовать какой-то... Куб. Херня какая-то. Все, валим отсюда. Давайте я, наверное, расчищу сейчас портал. Ну все, портал готов. Я думаю, теперь можно отправляться. А, хорошее здесь место. Все-таки приключение. А, мне пофигу, если честно. Валим домой. Все, давайте. Вперед! Только желанная цель может быть постигнута. Ибо сила и вера движет тем,
кто действительно этого хочет. Кто это говорит? Голос твоей души. Скажи мне, пожалуйста, что мне теперь нужно делать? Проснись. Неужели это был сон? Нет, такого не может быть. Это было правдой. Мы действительно закончили все то, что нам было предначертано с самого начала. И теперь мы можем заявить то, что мы достигли вершин мастерства. Вот и подошли наши приключения к концу. Спасибо всем тем, кто находился все это время рядом со мной. Спасибо за вашу поддержку. Я это очень сильно ценю. Я надеюсь, то, что вскоре мы отправимся в новые приключения. Погрузимся в захватывающие путешествия. И будем раскрывать новые загадки и тайны миров, которые нам предстоит еще узнать. До новых встреч!